В отличие от привычных ватрушек, эта выпечка получается просто воздушной, очень вкусная и нежная, она не только понравится всей вашей семье, но и для гостей станет отличным угощением к чаю. По этому достаточно несложному рецепту вы сможете приготовить булочки, которые полюбит все в вашей семье, ведь они получаются очень нежными и остаются вкусными как в теплом, так и в холодном виде. Отлично подойдет такая выпечка даже для самых маленьких деток, ведь в ней так много полезного для них творога. Сколько и какие продукты понадобятся, узнают те, кто досмотрит до конца. В отдельной емкости разотрите с сахаром один желток, добавьте туда же творог, ванильный сахар, цедру, изюм и крахмал, все тщательно перемешайте. Тесто предварительно разморозьте, раскатайте и поделите на 10-12 квадратных частей, в центр каждого квадратика выложите начинку. Теперь каждый квадрат защипните таким образом, чтобы уголки соединились по диагонали, начинка будет немного как бы выглядывать, не волнуйтесь, так все и задумано. Получившиеся конвертики выложите на застеленный пергаментом противень и смажьте при помощи кулинарной кисти желтком, по желанию можете еще немного присыпать сверху сахаром. Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. Выпекаются такие булочки достаточно быстро, всего 20-25 минут при 200 градусах, не забывайте, что перед тем, как ставить выпечку в духовку, ее нужно хорошо разогреть, иначе существенно может увеличиться время приготовления, да и пирожки рискуют быть подпорченными. Подписывайтесь и ставьте лайки. Вот что нам понадобится. Тесто слоеное, 500 грамм. Желток куриного яйца, 2 штуки. Творог, 500 грамм. Сахар, 100 грамм. Сахар ванильный, 2 чайных ложки. Крахмал, 30 грамм. Изюм, 30 грамм. По желанию, цедра, по вкусу, лимона или апельсина, количество порций, 10-12. Ставим лайк и подписываемся, ваши отзывы очень важны. Жду вас снова.